Всем привет! Сегодня у нас на улице мукбанг. Купила я, сейчас вам покажу, хот-дог. Называется охотничий. Сейчас мы посмотрим, что здесь в нем есть. Потому что булку я видела хорошо. А остальное не знаю. Главное не заделаться этим хот-догом. Так, как же вас поставить, чтобы вы видели? Так, а ну-ка остановитесь мне сюда. В корзину мою. Будем кушать. Сейчас я вам покажу. Так, дали мне салфетку. Правда, две салфетки. Погрели. Что-то мне кажется, что булочка не свежая. Охотничий. Что же здесь? Она у меня спросила, вам горчицу ложить. Я говорю, если не острая, ложите. А то есть такое, что там один перец. Ну вот так. Я боюсь, чтобы не вымазаться. Пока вот такой вид. Ветер. Смотрите. Вот такой вид. Вот такой. Что внутри, сейчас узнаем. Сосиска. Вам видно? Ну не понять чего. У меня такое впечатление, что там обрезки от сердца. Прикапченная. Вкусно. Морковочку я вижу. Ну приятно. Хотя бы не вымазаться. Сосиска, по-моему, не чищенная. Булочка самопеченная. Потому что хлеб натуральный, я слышу. Что моя сосиска заканчивается, что ли? Делала за закрытой дверью. Морковка, сосиска. Сосиску надо было почистить. Ну, вкусно, вкусно. Сосиска вроде как чуть-чуть прикапченная. И очень вкусно, что хлеб настоящий. Сосиска одна, длиннючая. Это стоит 23 гривны. А с двумя 36 было. Вы знаете, что в меру этого майонеза, в меру всей вот этой вот мазилы кетчупа, что больше его и не нужно. Может, поэтому не так и дорого. Так, просто я уже вымазалась, я боюсь не вымазать вещи. Сосисочка.
Вкусно, сытно, ну сосиску, наверное, надо было почистить. Барбос тоже хочет, но он здесь, наверное, не будет такое. Может, она на чем и сэкономила, но не на сосиске, а вот этого мазила. Майонез, кетчуп и горчица в меру. Булочка очень вкусная. Ну что, проходит нашу дегустацию. Есть можно. Собачки ко мне подходили, хотели попросить. Вон пошли там вдалеке. А здесь строят здание. Где оно, за шапкой не видно. Какую-то опять эту, не больницу, а вот эти анализы. Везде их строят. Вот такая сегодня у нас уличная еда. Неплохой. 23 гривны это нормально, можно заплатить с любого бюджета. И булочка самопеченная, вкусная, не пустышка вот эта, не сладкая, а вот именно хлебная такая булочка. Одна большая сосиска, прикапченная. Но, по-моему, там надо шкурку было снимать. Она как бы и естся, но мне кажется, ее снимать надо. Не сильно закапченная. Морковочка там. Майонез, кетчуп и горчица. Хорошая штука. Попробовали. Проходит нашу дегустацию, проверку. Я бы ей поставила оценку, ну, может быть, 8. Потому что, как бы, булочка вкусная, но она такая плотная. И вот эта сосиска, нужно, мне кажется, чистить ее. А так все хорошо. Обычно дают больше вот этих соусов. Но они не нужны тоже чвакать. Они, как всегда, остаются в пакете. Ну, и вот такое иду я через парки. Там тоже детки играют. Площадка детская. Здесь везде жилой район. Вот так вот. Ну, собак немерено. Я бы брала штраф с собак. Хотя у меня у самой есть собака. Но я себя так не веду. Моя собака, ты что, чтобы она где-то возле дома нагадила? Нет. Она ждет посадку. И в посадке под деревцом. Именно под деревцом. Нигде она так тебе не нагадит. Вот такой собака у меня. Вот так, мои дорогие. Всех люблю. Всех уважаю, пишите, что мы съели, что вы ели. Ой, все, пока-пока, пойду дальше. Пойду я дальше до дома. Тут целый день брожу, спать буду хорошо. Спать буду хорошо. Вот так, пока.